Сибири, наверное, одна из самых крутых команд в стране, которая постоянно и стабильно дает результат, играет в самой высшей лиге и всегда радует своих болельщиков красивыми победами. После победы сразу Виталий Павлович Хаценко позвонил главному тренеру Леониду Щукину, поздравил с победой, пожелал удачи. Дальше будем развивать этот вид спорта у нас в регионе. Максимально доказали сами себе, что мы заслуживаем, что мы лучше, что мы можем. Ну и выиграть 15 или сколько они кратные чемпионы России по морфинале, я думаю, достойно. Мы задали планку, мы ее держим, и это и есть наша визитная карточка. Больше я переживал за то, что как команда сыграет. То есть это как бы приятный бонус. Самое главное, что мы стали чемпионами, это более важно.